Всех приветствую, у меня такой бардак, видите, у меня тут ерунда происходит. Я сейчас это показал на своем втором канале, я тут убираю все, вон, рога уже от косули повесил в уголок. Так, тут у меня дурдом, я, видите, убрал центр, что здесь стояло, кто помнит видео. Я сейчас все сделаю вам обзор. Вот кашу я сейчас уже обрабатываю, я их покажу на своем канале, что я сварил собакам. Буду убираться. У меня, короче, день такой. Все, дурдом. Вот. Сейчас я мозаику всю развешу, посмотрю, как будет все выглядеть и так далее. И вам все дальше покажу. Вот. Как, чего и почему. Вот. Погнали. Дождик вроде прекратился. Вот еще там картина. Сейчас буду собирать, потому что... Вот не знаю, с Ханта я, наверное, схожу все-таки, потому что дождик только-только прекратился идти, лил весь день туда-сюда. Посмотрим. Кто-нибудь, Татьяна, Танюха вообще не выходит. Все в будках, каюр на будке. Ладно, ждите, ждите. Вы сами по такой луже не будете бегать. Но погулять я выпущу, чтобы вы в туалет сходили. Нет, погуляли. Так, пойдем мы гулять. Картину я повесил. Сейчас мы придем. Погуляем. Целый день сегодня. Нога даже не присел. Казалось бы, да? Туда-сюда, это сделай, то сделай. Так, ну что, Хантуся, сейчас я вам... Так, по лапке. Пойдем прогуляемся с Хантуськой. Вкусняшек там мелкая осталась. Я им сейчас вот по лапке дам. Пусть чуть погрызут. Так, чисто апелляция. Каша готова. Она сейчас подостывает. Покормимся. Сейчас, сейчас иду. А это так, на один зубок вам. Ой. Белка. Стрелка. Сейчас, сейчас. Хантуль, ты со мной пойдешь? Да. Бру-бру. Каюрбан, держи. Опять ты с миском не играл. Нет, ты в пролете, я тебя выпускаю. На, бело. Пойдем, пойдем, сейчас. На. Так, Сорша. Знаешь, что идешь, да? Ты понимаешь меня. Пойдем, не надо прыгать на меня. Иди ошейник оденем. Чудо из пруда. Да, 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 да. Да, да, пойдем, пойдем сейчас. Но ты должна быть послушная. Сиди. Сидеть, 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 сидеть. Нет, на меня нельзя. Сидеть. Ну не надо вот эти цирковые вот эти замашки Ханта. Сидеть. Не знаешь, как искать морда. Все, не прыгай на меня. Открыто, открыто. Сейчас поводок. Сидеть, сядь. Тихо. Сейчас жди, сидеть, сидеть. Ханта, Ханта, сидеть. Сидеть, молодец. Умничка. Пойдем. Пойдем погуляем. Идет такая, выпендреживается. Хвост у нее три кольца. Смотрите. Раз кольцо основное. Потом бублик. А потом еще бублик. Тройной. Ой, что-то Бог дал, что-то Бог забрал. Собачий Бог. Ну ничего. Я знаю, что мне уверен, что у нее рабочее качество очень сильное. Будем проверять. И будем делать все возможное. Будет ли души. Будут хорошие собаки. Охотница. Она самостоятельная, смелая. Крови там. Дай боже. Но от беззубости надо уходить. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет, сейчас мы погуляем, придем. А обзор
по картинам я посмотрю, кого взять домой. Вот. Из этот. И я думаю, что ханты придет грязные. Поэтому не знаю, не уверен. Уверен ни в чистоте, ни в этом ничего не уверен. И это. Посмотрю, Татьяна. Тайна очень аккуратная. Ханта, иди ко мне сюда. Что там такое? Топырился какая-то. Ханта, иди ко мне. Иди ко мне. Ханта, сидеть. Стой. Сидеть. Сидеть. Чуть поводок назад натягивайте, она садится. Собака, собака, тихо. Снимаем. Я второй ошейник просто не одеваю. Тут красится, а те длинные. Эти. Сейчас она будет сидеть. Жуй. Тихо. Что ты? Не шугайся. Чего шугаешься? Ты же ничего не боишься. Гуляй. Прилетело. Вот, вышли на берег. Она как валяется. Сейчас будет опять все грязные, блин. Ханта. Ханта, пойдем. Ханта. Вода опять подошла. Скоро лавки так и на берег вынесешь совсем. Вот если бы не убрал в тот раз лавки, все, они в воде уже стояли бы. Под кусты обычно. Вот самый вот этот, вот этот куст водой заливается. И тут сразу глубина. Видите, какой поклон? Наклон сильный, поклон земли. И вот здесь вот в основном люди купаются. Вот здесь вот. А там дальше вообще под 3 метра. Если сюда вода поднимется, будет кошмар. Вот. И с той стороны глубина сильная, большая. Ай, ко мне подойди, я поправлю тебя. Иди сюда. Все перевернуло через этот. Во. Пойдем. Пошли. Пойдем. В угол поплывешь туда. С 41-го года стоит. О, вода лезет, лезет. Морковка. Ну вот. Проверь. Кто там? Давай. Давай, направление дам тебе. Давай. Кто там? Кто там? О, прыжки. О, поплыла. О, дурачится. О, дурачится. Чума. Ну что, ты шастаешь там? Ханта! Ханта! Хант, пойдем. Пойдем. Недалеко. Вода почистилась. Видите, как дно песчаное видно. Хантоль. Ханта. Ну, в чем мне твои палки, да? Ты дай мне что-нибудь существенное. На тот берег хочешь? Да? Утки кричали там где-то. Ну, может быть,
деревни. Далеко было слышно. Ну просто садка. Подсадка, как подсадные кричат. Не то, что летели там. Пару раз услышал, ать-ать-ать-ать, посадка, и все, и замолчали, тишина. Может, кто-то держит там, я же не знаю, что там на дачах. Сороки. Крлык-крлык. Ой, сейчас грязна будешь, девка. Хан, пойдем, там грязно, пойдем, не-не-не-не-не, пойдем, пойдем. Послушная, себя хорошо ведет, понимает. Каюр себя хорошо один ведет, но вдвоем могут чудить по-любому. Сговорятся и пойдут мне на нервы. Ханта, Ханточка. Нюхает, нюхает. По земле все нюхает. Водяные. Я водяной. Никто не водится с ханточкой со мной. А мне летать. Мне летать, охота. Ладно, дай бог, в этом году вас порадую квадрокоптером, съемками. Поучусь, если не разобью его. В огороде поучиться. На полях где-нибудь будет интересно. Давай, выноси, выноси тоже. Фу, что там взяла, ешь? Фу! Каюр он выносит, он целлофан вынес. А те лишь бы что-нибудь... Что? Ко мне иди. Вот, села она, кукушка. Все? Отчет. Да, если бы вот здесь так заливчик сделают, классно. Подъехал, спустился на катере. Ну что сразу катер? Яхта. Трехпалубная атомная яхта. Лайки славил называется. Поплывем все. Да? Ну вот я вечерами стал выходить, завтра с Тайной пойду по-любому. Но я возьму еще кого-нибудь, потому что Тайна будет на поводке. И спускать не буду. Да, это шельма может дать дрозда в какие-нибудь города. Нет, конечно, она будет шастать, пока не набегается, не гуляется. Я лучше ее вывезу. Сейчас можно будет куда-то проехать на речку, чтобы она оторвалась. Я подумаю, как мне проехать. Просто сейчас никак не проехать. Вязнет машина. Такая она превращается не в хороший вид, и отмывать ее, вымывать, жалко машину, как бы не хочется из-за какой-то прогулки просто потом в ремонт попадать. А у них и болезни эти пыльники, а чтобы пыльник менять особенно внутренний и так далее, это вообще это подушки рвутся у них, я вот недостатки говорю, раздатки. Потому что она единственную подушку сделали, вот минус в Эльке, которая держит и коробку, и эту раздатку, и тяжело одной подушке там сзади. Вот. Тоже уже 3 раза менял подушку перед зимой. За полгода, полгода раз обязательно. Вот сейчас весна пройдет, и перед, может быть, поездкой в Карелию, если я поеду, обязательно, конечно, ее на проверку. На ТО. Посмотрю, что как. Но я не думаю, что я 10 тысяч накатал с осени. По спидометру вроде нету. Бумажку почитать, которую наклеивают. Какой пробег был, когда я полностью ТО делал. Я же и масла менял в редукторах везде. Большое ТО делал. Хочешь кататься, надо саночки заранее устранять, поломочки. А лайковоз лайков нужен всегда, как я без него. Легковой не накатаешься,
Хотя легковая нужна, чтобы не мучить особо Эльку. Посмотрим, жизнь покажет, как чего. Сейчас как откопаю миллиарды. Чего ж там уже миллионы, миллиарды. Буду первый мультиблогером, миллионером. Ляпота. Посмотри, какая красота. Знаете, еще будет красиво, когда солнце заходит. И вот это вот все зарево, такое красное или что-то еще. Птички вот уже, грачи вот уже летают. Ну, как бы подтягивается живность, подтягивается уже пора. Ну что, Хантось, еще гуляем? Потом я по обзор сделаю картин. Накормлю сейчас их. Чё, торпеда полетела. Не вот только я, а вот она никуда. Наблюдает, что-то плавает, что-то на воду смотрит она. Нюхает, все разнюхивает. Она сейчас возьму тайну и белку у нее, может быть. Они сами такие культурные, такие аккуратные. Хотя по белке я не скажу, что она идет на пролом. Танька обходит, когда ей не надо. Лишний раз она не пачкается. О, когда это водохранилище затапливали, то столько деревень всяких было. И вот когда спускают, сейчас много с мыноискателем ходят. Ищут, и сколько вымывало монет старинных разных, и медных, и таких разных. Серебряные монеты царские. Остров Горошково есть у нас на этом водохранилище. Была деревня Горошково. Все затапливали. Людей перезаселяли. Перезаселение было. Деревня затапливали по проекту водохранилища для Москвы и стратегический объект. Что? Морда. Сейчас опять утки там кричали. Но это, скорее всего, держу там. Это в деревне. По воде слышно очень хорошо. Потому что для утки еще рано, как бы в городах, конечно, в Москве, там вот на таких водоемах и так далее. Конечно, они живут круглый год, их там миллионы, тысячи. Это их кормят, они привыкшие к городской суете. Здесь такого нету. У нас дикая природа, но не такая степень, чтобы пришел, они не боятся там и кормить можно, не. Ну. Там каюр копал. Пойдем? Хантоль, проверять не боится. А, Хант, сядешь на ручке? Ты мокрая вся насквозь. Вообще тебя надо запускать домой, потому что сушить. Ты мокрая. Ты по-любому попала на дом. Пойдем на обзор картин. Белка-то помылась. А ты тоже немножко помылась от песка. Чума, чума. Туда-сюда, туда-сюда. Оторвётесь скоро. Кстати, вот скварцы трещат уже немножко, но уже появляются. Природа меняется. Он. Скворечут. Скоро как все запоет, как сейчас бутончики распустятся, маленькие листочки. И потом запахло весной. И ты идешь со мной. Да-да-ра-да-да. А я иду такая вся вдоль Чикабана. А я иду такая вся. Ханта в жопе нирвана. Куда полетел-то? Попы свои интересные. Со штанами красивыми трясти. Смотри, а то там пристанут мальчики-кавалеры. Вчера выли они. Видели в инстаграм, я выкидывал. Это Златка больше всех старается. Танька начинает, Златка подпевает, ну, запевает и все. А Белка подгавкивает. В основном поет Злата. Сольная артистка. Бокал. Вокально-инструментальный ансамбль Лайк. Ой. Хантоль, нельзя туда ходить. Вон, трк-трк, трк-трк. Просто
просыпается по чуть. Оживает все. Оживает. Вот. А там с овчарками. Человек, заводчик трех овчарки. У него три овчарки немецкие. Вот он с ними гуляет. Что-то поздно ушел в этот раз. Они лаяли, а потом запили. Вот койот тоже здесь валялся. Кого-то там он. Что за падаль там лежит? За запахи. Мертвечина какая-нибудь закопанная. Может там миллиарды? Красота спасет мир. Вот фонарики. Блин, у нас не знаю в каком году, но у нас нет фонарной сети. Этой линии. Вот. То он, наверное, светится от себя. Ну круто, это они делали вот недавно видеонаблюдение. Гляжу, и это. И свет. Ну, правильно. Светодиодная ярко светит. Класс. Иди ко мне. Ханта, иди ко мне. Куда ты вчесал? Иди ко мне. Иди ко мне. Садись. Сидеть. Сидеть. Ждать. Молодец, возле ноги сидишь. Пойдем. Умничка. Собака золото. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойди ко мне. Поводок я бросил. Сейчас мы их выпустим. Время грязное будет, она сразу. Сидеть, сидеть. Ханты, сидеть, сидеть. Молодец. Позанимаюсь с тобой. Это хорошо. Я ошейник сразу снимаю с тебя. Потому что будет тебе мешать. Не скулите там. Это мы пришли. Чувствуете нас, да? Иди. Но, тихо. Да что? Ладно, я их буду спускать. Спасибо за совместную прогулку. Видите, ничего толком не видно. Включу свет. Белка! Я посмотрю, в каком состоянии они сейчас будут. Если они чисто, то приглашу их на обзор на картины. Следующее я видео сниму, как я повесил картины. Все 12 штук. И плюс 3, которые до этого были на первом этаже. Вокруг себя. Все, давайте, всем пока. Спасибо за прогулку. Всем пока-пока-пока. На хорошие вопросы я всегда отвечу. На неадекватные вопросы я буду этим же отвечать. Все. Обнимаю, целую ручки, да? Щечки сдуйте и идите. Иди, морда. Пойдешь? Иди. Все, идите на песок. А что здесь-то? Тихо. А, у меня же еще... А, все, да, извини, забыл. Извини, брат. А что ты гласил? Я же тебя помнил всегда. А тут, думаю, что-то не хватает. Танька уже хочет домой. Иди, иди. Пришла уже, иди. Плывем, Машутин. Вот. Обещал, обещал. Вот и кандидаты на обзор картин. Там сильно не проломайте ничего. Там все застелено, чисто. Компьютер не включать. Телевизор, пульт на столе. Где кто-то еще? Белка. Все.